Доброго времени суток. Сегодня мы поговорим о том, как заменить струны на таком набирающем популярность инструменте, как укулеле. Для начала снимем старые струны. Крутим колок до тех пор, пока струна не начнет провисать. Порожек на укулеле не вклеен, поэтому стоит запомнить, в какой позиции он находился изначально, чтобы не поставить его наоборот. Начнем снятие струн со струн-держателя с первой струны. Распутываем хвостик. Для удобства подталкиваем свободный конец струны в отверстие. Так распустить хвост будет легче. Ставим порожек на место и приступаем к установке четвертой струны. Продеваем ее в отверстие струн-держателя. Заводим ее с правой стороны под свободный конец струны. Под струну. И так несколько раз. Таким образом получается такая косичка. Основная цель, чтобы конец струны находился по эту часть плоскости струнодержателя. Натягиваем струну. Продеваем струну в отверстие колка. Теперь мы будем ставить струны с замком, дабы уменьшить количество витков. Берем струну, натягиваем ее. Заводим под струну и загибаем. Начинаем накручивать, придерживая свободный конец струны пальцем. Следить за тем, чтобы каждый новый виток ложился ниже предыдущего. Теперь струна зажала сама себя и находится в замке. Устанавливаем третью струну. Также продеваем в отверстие струнодержателя. Заводим под струну, пропускаем, и еще раз. И здесь важный момент, чтобы впоследствии все затянулось красиво, свободный конец четвертой струны пропускаем в петлю третьей. Теперь натягиваем струну. Продеваем в отверстие колка. Струну загибаем под саму себя. И аналогично четвертой делаем такой вот крючок. Натягиваем, придерживая пальцем. Также следим, чтобы каждый последующий виток был ниже предыдущего. Ставим вторую струну. Важным нюансом является то, чтобы расположить в узле второй струны последовательно струны четвертую и третью. Четвертая снизу, третья сверху. Натягиваем струну на колок. Прижимаем виток, чтобы он лег ниже предыдущего. Ставим первую струну. Важным нюансом является то, что завязывание узла идет в противоположную сторону, таким образом, чтобы свободный конец струны можно было поместить в узел второй. Помещаем последовательно третью струну, вторую струну в узле первой струны.
Натягиваем струну на колок. Теперь, чтобы хвостик первой струны можно было поместить под вторую, немного ослабим ее. И заведем его в узел второй струны поверх всех остальных струн. Если правильно завязать узлы, они должны выглядеть таким образом. Теперь мы можем откусить ненужные концы. В случае, если вы собираетесь впоследствии перематывать этот комплект струн тем же способом, я рекомендую оставить небольшое количество струны за колком. Если вы не планируете переставлять этот комплект, можете откусить под корень. Установка струн на укулеле завершена. Надеюсь, этот видеоролик был вам полезен. До новых встреч!